Всем привет, ребята! Вы на канале Чупчук Мэн. Сегодня мы распакуем вот такой офигительный набор Майнкрафт Шахта. Ну, ребят, вы готовы показывать вам этот набор? Раз, два, три. Начнем, пожалуй, с фигурок. Первая у нас фигурка. Это у нас такая девочка с киркой. Железной или каменной, пока что я не знаю. Поставим ее вот сюда. Далее у нас скелетон. Ага. Сколько их там у тебя? Целых трое. Идеальная. Второй такой же скелет. Далее у нас скелет с шлемом. Улучшенным или не знаю. Это у него защита такая, да? Да, улучшенный. Классно. Пушками. А сейчас давайте покажу вам ловушечки. Первая ловушка. Тут, кстати, есть блоки, которые может падать. Раз, два, три. Ух ты. Тут такие есть булочки. Пока что я не знаю, что это. Далее у нас тут крутится этот, называется он спавнер. И там крутится маленький такой скелет. А давай покажем, что это. Открываем. Раз, два, три. Ух тышка. Там такой скелетончик. А покрути и покажи. Я запарился над этим. Этой штучкой. Да, прикольненько, было, кстати. Тяжело. Далее давайте расскажу вам сундучок. В нем есть вот такой, такая кассета. Не знаю, как она играет, какой музыкой. Ну, надо проверить. Зайду в Майнкрафт и проверю. Вы тоже заходите и проверьте. Вот такое жареное мясо. Или это батон, я не знаю. Кажется, что жареное мясо. И давайте я пока что рассыплю, потому что это как-то неудобно. И две кости. Костяшечки. Пока. Это черепочка. Пока. Вот, держи. Это валяется у нас тут. Держи. И тебе держу, а ты тоже. Недостающие у них косточки. Так, погнали. Что там дальше у нас есть? Я расскажу разные цветочки, все такое. Есть вот такая штучка. Она, кстати, в Майнкрафте, если встать на нее, она пускает тебя вниз. Падаешь, да? Да. Если он такой есть, значит, такое должно быть. Вот еще одни у меня тут три сразу. Забыл. Мясо? Кус. Вспоминай. Давайте расскажу в конце ролика, если вспомню. Дальше у нас обычные такие. Травичка такая. Травичка? И вот такие два цветочка. И тут еще большой есть. Красиво. Красит. Тут у нас здесь сразу три места. Заросли, вот такое место, и сама вода. Тут даже истекает. Как красиво. Типа водопада? Ага. А, да, вот, смотрю, видно. Прозрачное такое, красиво все. Давайте начнем. А я не знаю, что начнем. Потому что расставим фигурки на ферме, пораставляем. Или хочешь, поиграй, покажи ребятам, кто как там. Ну, давайте поставлю обратно все. На сундучок золотой. Крутой сундук. А вы знаете, что в Майнкрафте есть золотая стрела? Ошибка. Да ладно. Да-да, я только узнал. А что она дает? Я еще не проверял, надо проверить. Ты же скоро будешь играть в игру Майнкрафт и записывать, да, для пацанов, да? Да. И посмотрю, может она вообще стрелять золотом. Угу. Интересно. Проверим. А скоро ты начнешь играть в игры и показывать ребятам, как ты играешь в Майнкрафт? Ну, давайте скоро. Скоро. То есть ты обещаешь, да, ребята? Угу. А что они должны сделать? Поставить лайк, подписаться и поставить колокольчик. Тогда мы точно запишем. Далее давайте
А давай, знаешь, что сделаем? Давай посмотрим, как по черепочку сработает ловушечка. О, да. Что с ним будет? Давай левым. Да, вот это. Хотя вот, его продвинутого. Его будет голова защищать. Ну, посмотрим, как твое тело выдержит. Давайте еле-еле его поставим. Да, чтобы... Ну, не получается. Как будто он идет, да, ну. Давайте сделаем вот так, типа он идет, а на него уже падают камушки. Я вам помогу. И перетащить эти камушки. Пух. О, прям застрял тут. Отдай мне скелет, этот куб. Окей. Бэ. Все. Умер. Замочили. Теперь. Давайте соем. Обратно наш. Прикольные ловушки, кстати. Ага. Я вообще в шоке, как оно крутится. Это вообще прикольно. И как какой механизм тут вот два самых сложных механизма. Тут нереально сложно. Долго собирал? Да, очень. Где-то папа, ты помнишь, сколько я там собирала? Полдня, мне кажется. Да, почти полдня. И да. Тут есть два факела. Вот такой. Я не знаю, честно говоря, я очень давно, когда только начал играть в Майнкрафт, я подумал, что это железо. А это какая-то штука, которая не железо. Напишите в комментариях, что это такой за блок. Мне интересно. Мне тоже уже интересно. И что из него можно сделать. А давайте я покажу, что сзади. О, интересненько, давай. Тут есть такой механизм, который делает так, чтобы блоки падали. Ловушка. Ага, с такими. Они больше тупасть вот так. Уич! И скелета прижать. Давайте я вам покажу. О, класс. Это классная эта ловушка, кстати, вот. Скелетончик вот там прикольный, ага, вообще. Это да? Очень огонь. Ну, еще раз покрутим, да, покажу ребята. Давайте медленно, чтобы было удобно вам показывать. Mm-hmm. Вообще крутой, да, набор этот? Ага. Так, ну, тут три пакетика. Я так долго его собирал, так ждал уже поиграть. И вот уже я сделал. Тут, кстати, есть такие маленькие блоки. Или что-то, я не знаю. Какие-то заросли тоже. Тоже есть. Видите? Я даже вспомнил, что это такое, это кувшинка. Кувшинка? Да. А для чего кувшинка нужна? Ну, она можно плавает ходить. В воде. Да, и можно ходить на ней. Ну, если ты весишь не 100 килограмм, как твой папа. Ребята, если кто-то хочет еще посмотреть мои обзоры Лего Майнкрафт, посмотрите здесь и вот здесь. Так, давай расставим, наверное, персонажей, чтобы они типа как-то так... Типа сражались, немножко поиграли. Скелет давайте, типа, говорит скелетом. Говорит... Это беседование, да, он дает ему приказы. Говорит, где давай, где ты найдем человечину. Тут уже один скелет смотрит, ищет его, а второй сзади идет и хочет убить потихоньку. Наказать их. Ага. А давайте я покажу вам прикол прикольный. Сейчас надо подвинуть вот это туда, на ту местность. И поставим блоков. И смотрите. Да. Приду на вечеринку. Я посплю. Спал. Ай. Спал. Ура. Упал из кровати и упал. Давай соберем персонажей. И покрутим, покажем, ребята. Расставь все на места свои быстренько. Давайте сделаем вот так, типа он идет помогать своему другу. И это до сих пор бежит. А поставь блоки, которые... Давайте поставить, главное, чтобы они не упали. А где второй? Кстати, напишите в комментариях, кто-то катался на американских горках. Вот ты я. Катался? Да. О, крутой чувак-то. Но было страшно. Я вначале думал, что это какие-то карусели, а там потом мы вниз резко поехали.
те американские горки, которые мы видели там, потому что они такие были резкие. Воздух просто у нас. Ну что, давай покажем ребятам, покрутим что эту там? Прекрасную шахту. А у кого-то есть лего любое? Майнкрафт, лего, данженс, Майнкрафт. Жаль, что только один набор есть. Или два, пишите в комментариях. Я только знаю, что только один есть. Красный камень вместе с маленьким камнем. И там еще есть персонажи. А куда так бежит? Бежит мой набор. Ты что, живой набор? Крутая шахта. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, пишите комментарии и напишите, что это за блог. Пока, ребята!